Пользуетесь ли вы интернетом? Да. Да. Пользуемся. Да. Да. А что вы там делаете? Играем. Ну, я иногда мультики смотрю. Смотрю, как раскрашивать правильно. На зоне что-нибудь там интересное смотрю. Ну, например, надо какую-то задачу решить, а ты не знаешь. Скачиваем игры, читаем что-нибудь. А что еще хорошего есть в интернете? В интернете можно пообщаться. Можно учиться писать, читать. Информация какая-то. От бандитов. Всякие разные ответы и новые идеи. Как думаете, почему интернет называют всемирной паутиной? Нам рассказывали, что есть такая невидимая паутина. Например, ты звонишь кому-то, и сообщение переходит на другой дом, на другой телефон. По всему миру раздается. Ну, то есть как-то они соединены, чтобы все могли позвонить. Потому что в космосе есть паутина, который интернет все удаёт. А как раньше люди жили без интернета? Откуда брали информацию? Сложно. Мы с тобой по телевизору. Письма на птиц вешали или шли сами. Люди спрашивали друг друга или писали друг другу. Придумывали игры сами. Ходили в гости. А вы бы сами смогли прожить без интернета? Да, я да. Я нет. Ну, могла бы. Да, могу. У меня вообще 2 недели иногда. А я могу хоть целый год без телефона. Сделаю тогда весь дом в поделках. Да, 3 месяца. Я бы нет, не очень. Ну, не знаю, я бы смогла.